И всем привет, с вами Александр, на вас в данном видеоролике. Сегодня я открываю кейсы на сайте кейсов. Итак, ребят, я этот сайт не буду палить, потому что он очень крутой. И да, это Steam кейс. Погнали. Сегодня мы откроем кейсы CSGO. И вот что здесь есть. Это Cloud кейс. Люди скажут, как так? Можно же Cloud кейс открыть прямо в CSGO, но вообще, по идее, можно открыть и так на сайте, и это покруче, наверное, будет. Итак, у нас есть крутые скины. И посмотрим, что выпадет на. Давайте, погнали. Сейчас посмотрим. Блин, нет, не выпало. Ну да ладно, все нормально. Мне выпала такая вот фигня, и это не очень такой крутой скин. Ну да ладно. Синий же. True game. Давайте, погнали. У меня еще есть баланс. У меня я потратил всего 2 доллара. И получено всего 1 цент. Ну да ладно. Давайте. Надеюсь, у меня сегодня выпадет какие-нибудь перчатки, ножи и что там такое есть в Cloud кейсе. Так, вот это вот что-то уже нет. Интересно. Это 13 центов. Это мало. Потратил уже 8 долларов просто. Да-да-да-да-да-да-да! Есть! Есть, уже что-то хорошее пошло. Да, 0.94, да ладно. Погнали. Уже 11 долларов я просто просрал, считайте. Просто вообще. Блин, ну почему выпадает всякое вот это говно? Просто, которое вот это вот... Это говнище просто. 17 центов, что такое? Я получил всего доллар. А потратил 13 долларов. Опять 14 центов, блин. Что за такой за кейс? Ну давай, ну почему синевато крутится? Один раз выпало что-то крутое, да ладно. Да какое крутое, если бы выпало там вот эти вот, которые реально крутые скины. Ну надеюсь, по балансу у меня сегодня нормально выпадет всяких ножей. Посмотрим. Ну давай же. Да ты что там такой синева крутится, что ли, я не понимаю. 8 центов, что такое? Давайте, мне должно выпустить какое-нибудь нормальное оружие, которое 100% упадет, наверное. Да, давай. Ново! Черт, это опять не то. Ладно, давайте еще раз. Да, глок. Черт. Фигня. Почему у него выпадает вот за говно все? Да, маг. Есть, да. 77. Ну, хотя бы что-то, ребята. Хотя бы что-то попали. Нет, опять бизон. Этот бизон мне уже выпадал, наверное... Сейчас скажу, сколько раз. Он мне выпадал, значит, смотрите. Раз. Два. По-моему, третий раз выпадает. По 2000. Пока что дороже вот этой синевы мне ничего не выпадало. Ну, конечно, вот это выпадало. Пожалуйста, маг еще раз. Нет. Ну, выпади мне что-нибудь такое, я не знаю. Или у меня сайт хочет, чтобы я играл дальше, и что-то мне даст какую-нибудь перчатки какие-нибудь, или я не знаю, что мне даст. Пока что выпадает только синева какая-то просто. Давай же, ново. Блин. 47 долларов я потратил, ребят. Получилось всего 3 доллара. Что такое? Что это за фигня? Почему это так? Что за фигня, ребят? Смотрите. Выпадает MP9. Что такое? Почему? Почему ни перчатки, ни ножи? Что такое? Почему?
Опять эта фигня. Да ладно, даже не статрек. Да, 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 да. Выпало, выпало. Есть, есть. $6. Ну хотя бы нормально. Вот эту фигню я забираю. Я эту штуку забираю. Кортекс я забираю. Давайте поиграем еще. Кортекс у меня есть уже. Все, кортекс я собрал. Все. Еще один кортекс. Еще один кортекс. Да ладно. Охренеть. Второй кортекс. Сразу. Прямо офигеть. Два кортекса сразу. Не, ну опять револьверы какие-то пошли. Я хочу что-нибудь, как М-ку или МП-7. Вот, который там есть. Опять вот это вот говнище выпадает какое-то синее, блин, вообще. Ну, два кортекса по $6, по-моему, это нормально такие. Ну, все равно получено $17. Я потратил на эти кортексы, считайте, я не знаю, сколько долларов я потратил, но 60 точно долларов я потратил на них. Нет. Пожалуйста, пожалуйста, что-нибудь такое крутое, давай. Да, ну хотя бы такой, опять кортекс. Что там, кроме кортекса и мага ничего нет вообще? 85 центов. Не окупаюсь, я не окупаюсь, ребят. Тут, по-моему, вообще невозможно купиться. Может, доллары заканчиваются. $77, ребят, потрачено. У меня мало долларов осталось на счету. Нет, не то. Не то. Уже $80 я просто просрал. Выиграл только 19, ну ладно, $20 я выиграл. Что это такое? Я еще не окупился. Ну, допустим, ладно, кортексы за $6 я забираю. Два кортекса, например, забираю. Все, остальное, то, что выпадает, это синева, она мне неинтересна. Давай, мне уже надоело. Давай. Ну хотя бы негив выпади, да ладно. Ну хотя бы что-то. Опять не то. $91 просто так просрать просто. А выиграл всего $21. Это что такое? Опять 1 цент. Что такое? Что такое 1 цент? Вообще ничто. Давай. Хотя бы такое. 17 центов. Все. Давайте, уже $97. Все, наверное, еще последний кейс и все. Нет, ну нифига не выпадает. Нифига просто не выпадает. Нет. Последний кейс открываю и посмотрим, что будет. Погнали. Нет, опять у меня это 5-7 выпадает. Что такое? Ребят, на этом наш видеоролик закончен. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи, всем пока.